и чемпионата Европы 2015 года мы будем во всеоружии. Да, очень, в этой дисциплине. Очень на это надеемся, верим в нашу сборную. И скажу о том, что это первая дисциплина, уже получается, уже пятый финал. Первый, где нет представителей сборной России. И напомню, до этого в четырех финальных соревнованиях в прыжках в воду мы неизменно завоевывали медали. Только что свой первый прыжок в финале исполнила пара из Германии, действующие чемпионы мира, чемпионы Европы Патрик Хаустинг и Саша Кляйн. Я могу вам сказать, что прыжок исполнен на очень высоком профессиональном уровне. Здесь очень важный момент. Во время толчка, вход во вращение, и везде были соблюдены очень четко одинаковые углы полета, углы раскрытия и углы и вертикальный вход в воду. И оценка, естественно, после 110 баллов. Вот кто набирает свыше 110 баллов, вот это, скажем так, гроссмейстеры в синхронных прыжках на вышке у мужчин. И вот они уже дальше ведут, конечно, борьбу на самом высоком уровне. И сумма бывает просто феноменальная, итоговая. Итак, завершается у нас обязательно программа на вышке, дуэт из Германии. Патрик Хаустинг и Саша Кляйн. Ну, явные лидеры. Прыжок очень простой. Скажем так, китайский вариант. И задние стойки полуоборота вперед согнувшись. Оценки за синхронные действия от 9 до 10 баллов. И индивидуальные действия от 8,5 до 9,5. Сумма 109 баллов 80 сотых за эти два раунда прыжков. Ну вот вам гроссмейстерский вариант от сборной Германии, от Бундестим. Слева Саша Кляйн, справа Патрик. Пятая пара. Патрик Хаустинг, Саша Кляйн. Вот у них первый произвольный прыжок, он не очень сложный, но они его эффектно выполняют. Это 2,5 оборота назад с полутора винтами в положении согнувшись. То есть схема отработана. Опыт колоссальный у них. Супер! Немножко Патрик не дошел, но все было в створе, оценка будет высокая. И сохранят за собой лидирующую позицию представители Германии. Неоднократно я рассказывал, как встретился с Сашей Кляйном здесь, в центре Берлина, на Александерплац. Саша дышал, восстанавливался после соревнований. Итак, посмотрим сумму. Выступал он с Ватерфилдом, с Элдриджем. Но высоких результатов не добился с этими партнерами. И вот вам, пожалуйста, Джеймс Денни вместе с Томасом Дейли сейчас показывают очень синхронные и очень хорошие прыжки. Итак, внимание, трехкратные чемпионы Европы. Ну что, очень интересно, при этих соревнованиях они очень плохо этот прыжок исполнили сегодня. Ой! Но это уже явно лучше. Утром-то было вообще неудачно. Скажем так, почти плашмя. Ну вот оценки. 9, 9,5. И замечательная сумма. 92. 92,88 балла получают за этот прыжок немцы. Это прыжок из задней стойки. 2,5 оборота назад с 2,5 винтами. Вот, скажем так, единственный прокол, за который его можно хватать. А в остальном он безукоризнен. Как солдатики, как 5 солдатиков все делает остальное. Итак, шестикратные чемпионы Европы. Из передней стойки 3,5 оборота назад группировки. Ну, скажем, я видел у него попытки более высокого качества, но на данных соревнованиях, на данном уровне мастерства это очень и очень прилично. К
Коэффициент трудности у этого прыжка 3,4. Мы видим, как Саша Кляйн. Немножко они разлетелись. Вот, Андрюш, видишь, немножко они... Есть такое. На входе пытаются ловить, поэтому восьмерка за Синхо. Вот они изначально разлетелись уже. Да, восьмерка. Но за технику индивидуально прыгуны получают очень неплохие оценки. 9-0 и 8,5. Ну, 39 баллов. Бундесмашина. Да, оба они военнослужащие Бундесвера. Хаустинг слева, Кляйн справа. И сейчас выполнен хорошо прыжок, станут семикратными чемпионами Европы. Фантастика. 7 раз подряд. Фантастика. 2,5 оборот назад согнувшись с 2,5 винтами. Ну вот им надо сейчас дежурный свой вариант сделать. Красиво. Все. Блестящая победа команды Германии. Трибуна ликует. Винтовой прыжок смотрится очень эффектно. Посмотрите, какая синхронность. Напомню, что эта пара лучшая в мире сейчас и лучшая в Европе. 8,5 за синхронность поставили все арбитры. За индивидуальное мастерство также очень высокие оценки. Сумма за этот прыжок практически 90 баллов. Коэффициент трудности был 3,6. И общая сумма, хотел сказать, новоиспеченных победителей, уже семикратных чемпионов Европы, 461 балл.